После завершения съемок репортажа мы также мелкими группами аккуратно выдвинулись с территории завода Ильича. Но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомета АГС-17. Съемочная группа, оператор Дмитрий Кочурин и звукооператор Никита Севастьянов целый. Мне в обе ноги попали несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь. Вот сейчас я уже в Донецке, сделали множество снимков. Врачи продолжают извлекать осколки. Никогда не думала, что буду готовить репортаж с больничной койки. Сейчас все хорошо. Ирина Куксенкова, Дмитрий Кочурин и Никита Севастьянов. Первый канал. Донбасс.